Всем привет, с вами Распаковочка Упаковочки, и сегодня я вам покажу, что мне пришло с сайта Экоград. Я давным-давно заказала у них несколько товаров, но так как одна позиция мне нужна была определенная, то есть с определенным сроком годности, и ее пришлось подождать, консультанты со мной связались и сказали, что если вы будете продлевать ожидания, то мы подождем эту позицию и положим вам именно такую, какую вы хотите. Вот, а если нет, то нет. Мы, например, можем вам, да, отослать, как я поняла. Мы как-то об этом не говорили, но я поняла, что отослать без этой позиции просто, и все. И возврат денег на счет, ну, того товара, который не доложили. Вот, я сразу сказала, что я жду, потому что мне... Это был крем, это крем от Олеси Мустаевой, номер 3, да, кажется, номер 3. Я сразу сказала, что нет, я, конечно же, подожду. Вот. Вот посмотрим, что мне наконец-то пришло. Ждала я 1,5 недели. Очень часто я общалась и с операторами по электронной почте, и по телефону. Очень сложно как-то все тут устроено. Вроде как у меня нет, скажем так, определенного какого-то мнения, которое я могла бы вам сейчас рассказать. Может быть, чуть позже я вам скажу. Посмотрим. Наверное, окончательное мое мнение о магазине сложится тогда, когда я увижу посылку, которая вот передо мной, и увижу, что и как все будет в ней. И тогда, наверное, сложится какое-то определенное мнение о магазине. А сейчас пока что оно так, камси-камса. Вроде хорошо, вроде нет, непонятно. И давайте же приступим. Та-дам! Смотрите, я уже открыла, и вот что первое мне попалось сверху посылочки этой. Это суп овсяный. Этот суп я получила не в подарок, я его действительно заказывала. Выбирала я, выбирала, какой же взять. Это был, так сказать, такой небольшой у меня, небольшие свободные денежки, скажем так. Я решила заказать на них вот супчик, потому что обожаю такие вещи. Вот. Я редко что-то беру, если честно, из еды, но вот супчик мне захотелось взять. Тем более он как-то мне прям показался очень-очень здоровский. Вот, давайте посмотрим состав. Тут овсяные хлопья, соль, томат, морковь, паприка, базилик, кумин, укроп. Куркума, наверное. Куркума. Душистый перец. Асафетида. Экстракт стевии, черный перец, лавровый лист. Вот. И думаю, что будет очень вкусно. Вот такой вот супчик. Тейсти бизнес. Тут я не вижу больше откуда, что, наверное, здесь написано будет. Где тут? А, вот Краснодарский край, Новокубанский район, хутор Родниковский. Вот. Обязательно я вам расскажу, понравится, не понравится, вот. Так что ждите отзыв. Так, что следующее? Опа. Крем для рук, увлажняющий с аминокислотами и облепихой. Не для продаж. Так, я, кажется, не заказывала этого. Ой. Это, получается, мне пришло в подарок. Дело в том, что мы, как я уже повторяла, долго общались с операторами. Все это уточняли, разговаривали, как и что. И они сказали, что будет лежать подарочек за то, что, ну, за то, что я так долго ожидала свой заказ. И я так понимаю, что вот это и есть заказ, этот подарочек. Я в шоке. Это настолько хороший подарок, что у меня нет слов. Спасибо огромное. Правда. Потому что, во-первых, не просто подарок, как подарок, да. Во-первых, это очень хороший подарок. Во-вторых, это то, что мне уже давным-давно хотелось самой выбрать, но я даже не видела, что есть вот такой вот от Олеси Мустаевой крем для рук увлажняющий с аминокислотами и облепихой. Ну, то есть я видела, что есть какие-то позиции, да, по кремам для рук, но я хотела их выбрать позже. И тут мне кладут подарочек такой. Спасибо вам огромное, правда, спасибо. Тут идут, наверное, пробнички, да, я так понимаю. Да, смотрите, ой, от Лагоны. Ого. Биоавокадо и витамин Е.
Сейчас я поближе посмотрю, что это. Так, здесь и на немецком, потому что косметика немецкая. Я пока сейчас не понимаю. Он сон, визаж. Я так поняла, для лица, кажется, это крем. Да. Ну, чуть позже, если что, там напишу в описании к видео, что это. Если это не, если это совершенно другое что-то, конечно же, напишу. Смотрите. Это пришла Сатива 23 крем. Day Face Cream. Тут понятно, что это крем для лица. Вот, даже сзади написано крем для лица. Дневной номер 23. Сативу я уже пробовала, но вот такой 23, по-моему, у меня не было. Нет. У меня Сатива не так-то много, чтобы сказать, что я ей прям пользуюсь. Так, ой, сейчас я расскажу, что вот это. Я так предполагаю, что это Мико. Сейчас я его даже открою и прям покажу. Вот, посмотрите, пожалуйста, это такая малюська, оказывается. Я забыла, что она всего 100 мл. Да, гель-молочко для интимной гигиены «Лаванда» от компании Me & Co. Вот, вот такая вот она малюсенькая, прям, ой, малюська. У меня-то ручки маленькие, поэтому она полностью вот в них и помещается. Я когда увидела эту посылочку, саму по себе коробочку, тогда с мужем забирали ее, вот, у нас такой смешной инцидент приключился с нами. Я говорю, ты мне поможешь забрать посылочку, ну, донести ее? Я говорю, я не знаю, сколько там по граммам, может, она, ну, такая небольшая, может, ну, такая средняя, я не знаю как. Да, конечно. И когда достают нам эту посылку, я говорю, ну, я такая, ой. А муж мне говорит, ну, как бы, это и нужно было тебе донести, помочь? Потому что она очень маленькая. Вот, смотрите, сейчас я покажу еще разочек. Ну, вот она чуть больше Мика этой вот. Сейчас, Мика. Вот Мика, да, вот посылочка. То есть вы понимаете, да, какое? Вот. Ладно. С шутками попозже продолжим, а сейчас посмотрим, что положили еще, потому что я заказала кое-что, да. Вот. Так, это... А, это точно. Нероли, не знаю, как правильно. Наверное, нероли. Нероли, не знаю. Это, короче, это от Спивак. Натуральный гидролат. Я долго подбирала, думаю, какой для моей кожи подойдет, потому что я недавно выяснила, что кожа у меня непростая совершенно. У меня кожа чувствительная, я так поняла, раз у меня купероз у ней произошел. Я даже выяснила, наконец-то, причину этого купероза. Вот. Могу даже сказать, я пользовалась средством, которое купила на одном из китайских сайтов. И думала, что все отлично, я чищу свою кожу, но на самом деле нет. У меня благодаря этому у меня и были такие красненькие, шершавенькие, такие, ну, мало шершавые были щечки, а теперь они вот вообще вот просто в таком убитом потом хлам состоянии были. Но я даже не замечала, не знала, что это купероз, во-первых, а во-вторых, что это именно от этого, ну, именно от этой техники, вот этой, скажем так, очищающей был. То есть это вот действительно механизм, который я включала, и он вот работал. Он типа от жира очищал мою кожу. И я думаю, а почему мне так больно было, когда я по щекам прохожусь? Думаю, как-то он сильно уже засасывает их. И вот представляете, я так поняла, что это явилось причиной развития на моей коже купероза. Так что будьте аккуратны, не делайте никаких вот таких типа чисток дома. В домашних условиях делайте, ну, как бы там травы или еще что-то, и то очень аккуратно, потому что травы и всякие эфирные масла тоже бывают с побочным действием. Будьте аккуратны со своей кожей. Вот.